Мы летим домой. Так они думали. Их ждали. 9 минут они теряли скорость и высоту, зная, что умрут. 9 минут люди были в страхе. 9 минут они знали, что умрут. 9 минут они прижимали к себе своих детей и прощались друг с другом. Просто представьте себе это. Лететь на огромной скорости вниз со своими детьми, близкими, друзьями, понимая, что это последние минуты жизни. Боюсь представить, что было в самолете, когда он начал падать, как разрывались сердца матерей, которые так сильно прижимали своих крох к себе, успокаивали себя, верили, что все будет хорошо. Как тяжело их близким, кто так и не дождался своих друзей, родных, близких, сыновей, дочерей. Не дай бог оказаться в такой ситуации. Соболезную всем семьям погибших, все они уже на небесах. А маленькая крошка Дарина Громова свой первый день рождения так и не встретила. Небо ее забрало. Ей было всего 10 месяцев. Главный пассажир остался навечно в нашей памяти. Какой еще удар предстоит близким при опознавании тел? Ведь они просто летели отдыхать в Египет. А вот обратно, в Санкт-Петербург, так и не вернулись. Рейс 9268 навсегда останется в истории как самая большая авиакатастрофа. 1 ноября – день траура.